Итоговый выпуск новостей в эфире Янаульского телевидения. В студии Регина Фазылова. Здравствуйте. В начале этой недели, 19 января, православные христиане всего мира отметили один из самых важных праздников – Крещение Господне. Праздничные мероприятия начались накануне вечером, 18 января. В этот день рождественские святки перешли в крещенский сочельник. В храмах освящали воду, проводили торжественные молебны, а все желающие могли принять участие в крещенских купаниях. В Янауле впервые в этом году была организована Иордань. Кто не испугался крещенских морозов и окунулся в ледяную воду, расскажем прямо сейчас. Подготовка к празднованию началась задолго до намеченной даты. В этом году впервые в нашем районе было принято решение оборудовать Иордань. В полдень 18 января на пруду вдоль реки Янаулка, вблизи деревни Иткинеево, было многолюдно. Здесь работала и тяжелая техника, и работники жилищно-коммунальной сферы города. Место расположения купели было выбрано не случайно. Это место отвечает всем установленным требованиям. Совместными усилиями ремонтного подразделения нефтяников, предприятиями Янаульский лесхоз, Янаул, благоустройство, управление жилищно-коммунального хозяйства, была подготовлена лестница для купели. Одолеть ледяной покров оказалось непросто. Больше часа тяжелого труда, и лестница установлена по всем правилам. Глаз моления нас грешны, и помилуйте нас, Господу, помолимся. Господи, помилуй! Избавите же нам всякие скорби, гневы и нужды, Господу, помолимся. А уже вечером здесь смогли собраться все желающие. Настоятель Иверско-Ильинского храма Николай Гречушкин провел обряд освящения Иордани. Участие в мероприятии принял и глава администрации района Ильшат Вазигатов. От имени всех православных верующих протоиерей Николай Гречушкин поблагодарил его за такую масштабную работу. Морозная погода не остановила желающих окунуться в ледяную воду. И вот самый смелый мужчина этого вечера погрузился в купель. На территории освященного источника в эту ночь дежурили врачи, сотрудники полиции и спасатели. Сегодня в первый раз в Янаульском районе проводится крещенское купание. Новое для нас как бы мероприятие, но цели и задачи ясны и понятны, чтобы не произошло какое-нибудь ЧП. Для этого мы здесь дежурим личным составом в готовности, чтобы оказать первую необходимую помощь тем, кто она понадобится. А так в основном глава и батюшка молодцы, организовали. Мы вместе со всеми радуемся этому. Считается, что вода, освященная в канун крещения, имеет благодатную силу и способна исцелять недуги. Поэтому, несмотря на отметку термометра в минус 33 градуса, желающих окунуться с головой в купель было немало. И если одни с удовольствием делились своими впечатлениями, то другие скорее бежали согреться. Вблизи водоема в эту ночь оборудовали пункт обогрева и палатку для переодевания. Тепло! Закаляюсь? Четвертый раз уже? До этого в Николоберезовке, в Янауле первый раз. В Москве пробовал, в Истре. Тело горит, уже не холодно, когда заходишь, только холодно. Купался в первый раз, хотела, родители не разрешали, но в итоге отпустили. Нырнула, было сначала, казалось, что очень холодно, но на деле не так холодно было. Ныряешь, и уже там все пропадает, и будь что будет. С крещением у православных связано и несколько погодных примет. Так наши предки верили, что ясная и холодная погода на крещение сулит сухое лето, а пасмурная и холодная говорит об обильном урожае. Великое освящение воды происходит на протяжении двух дней. Крещенский сочельник утром 18 января и в сам праздник крещения 19 января. Люди верят, что в этот день освящается вся водная стихия. Крещенскую воду на протяжении 19 января можно пить весь день, а в последующие дни верующие по традиции пьют ее по утрам натощак. Эта вода не портится с течением времени и долгие годы остается по-прежнему свежей, способной помочь в избавлении от физических и духовных недугов. Желающих набрать воду в этот священный день в Иверско-Ильинском храме было немало. Но прежде настоятель церкви совершил чин освящения воды с троекратным погружением креста. В храме в эти дни совершаются особые молитвы. Прихожане молились о здоровье и просили для себя и своих близких Божьей благодати. Дорогие янаульцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с великим праздником, крещение Господне, Богоявлением. Желаю вам всем крепкого здоровья, терпения, Божьей помощи, радости, чтобы через эту святую воду, которую мы освящаем в этот день, Господь ниспослал вам душевное и телесное спасение и исцеление.
Много вам и благое лето. С праздником вас всех. С декабря прошлого года в нашем районе проходят итоговые собрания в рамках программы поддержки местных инициатив. Проблемы у всех сельских поселений созвучны. Это благоустройство территорий, ремонт социальных объектов, приобретение техники для общих нужд. Одним из способов решения этих вопросов стала реализация местных инициатив. Сельское поселение Ямадинский сельсовет в программе поддержки местных инициатив участвует с 2016 года. За это время было израсходовано около 4,5 миллионов рублей, из них более 3 миллионов из республиканского бюджета. 20 января жители села Ямады собрались в сельском доме культуры, чтобы подтвердить свое участие в программе. В этот раз сельчане единогласно проголосовали за приобретение материалов для ограждения забора и игрового оборудования Ямадинскому детскому саду «Лисян». Реализация ППМИ поселение осуществляется при активном участии населения, то есть жители наших сел самостоятельно определяют наиболее приоритетную проблему. Предварительное собрание прошло в форме анкетирования. Было проведено это 30 ноября, 1, 2, 3 декабря 2020 года. Сегодня пришли на итоговое собрание всего 45 человек. В тот же день жители деревни Кызылъяр Мисикутовского сельского поселения на итоговом собрании решили в случае победы потратить выделенные средства на текущий ремонт улиц Центральной, Свободы и Молодежной. Отрадно, что наше сельское поселение, Мисикутовский сельсовет Янаульского района, участвует и выигрывает уже 5-й год подряд в программе местных инициатив ППМИ. В 2019 году жители деревни Кызылъяр также проявили инициативу участвовать в программе поддержки местных инициатив. И был проведен ремонт ограждения кладбища. Надо сказать, что это последнее кладбище было не отремонтированное. И благодаря программе местных инициатив, наконец-то ограждение кладбища отремонтировали. И жители деревни Кызылъяр не выпускает инициативу из своих рук. И в 2021 году также решили участвовать. Мы выходим на максимальную сумму, на 1 350 000 рублей. Надеемся на то, что выиграем и отремонтируем наши дороги. Сегодня на собрании участвовало более 20 жителей, что составляет более 10%. И мы претендуем на максимальный балл. Текущий ремонт автомобильной дороги обсуждали и жители села Кумово Кармановского сельского поселения. В ходе встречи глава поселения Ильдар Султанов ознакомил участников собрания с преимуществами участия в данной программе. О критериях оценки конкурса жителям рассказала секретарь совета района Интиля Ибрагимова. Единогласно жители проголосовали за участие в программе поддержки местных инициатив. В итоговом собрании у нас присутствовало более 30 человек. Это означает, что мы по этой критерии уже максимально бальную шкалу, так скажем, мы прошли. Население выбрало текущий ремонт автомобильной дороги улицы Карла Маркса, села Кумово. Общая сумма – это 1 416 000 рублей данного проекта. Общая протяженность данной улицы – это 1 километр 450 метров. Были вопросы именно, как будем собирать и сколько процентов будем вкладывать софинансирование данного проекта. Жители решили собирать подворно и также софинансирование в размере 100 тысяч рублей. Это 10% максимальный балл от запрашиваемой суммы 1 миллион рублей с республики. Также у нас будут участвовать спонсорская помощь, спонсоры, также на максимальный балл, так скажем, 100 тысяч рублей. И администрация сельского поселения, то есть мы будем также софинансировать 216 тысяч рублей. В селе Исенбаево Ижболдинского сельского поселения местные жители приняли решение приобрести прицепное оборудование на трактор МТЗ для благоустройства территории сельского поселения. Одним из первых мы получили трактор благодаря программе обеспечения коммунальной техники сельских поселений. И с тех пор у нас трактор работает. Мы все свои нужды, на нужды у нас трактор имеется, но из прицепного инвентаря у нас имеется косилка только и
отвал, лопата для очистки от снега, для выравнивания улиц. И мы хотим еще вот постоянно нам мусор вывозить, стройматериалы перевозить. Им нужен тракторный прицеп. Поэтому и население выбрало сегодня эту проблему. Хоть и 5 лет уже эта программа существует, но мы прошли только 2 раза. Мы хотим еще участвовать и выиграть этот конкурс в дальнейшем. На сэкономленные деньги, которые, если при случае, если мы сэкономим деньги, население решило приобрести колесо для трактора. На этой неделе проведение итоговых собраний завершилось во всех сельских поселениях. Впереди каждый проект ждет следующий этап конкурса, а сельчане надеются на победу, ведь это станет хорошим подспорьем для улучшения условий жизни в сельских поселениях. Гульнара Сиддикова, Аяс Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. В Башкирии продолжается вакцинация от коронавируса. За последнее время в республику поступило уже более 14 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». В нашем районе одними из первых прививки были сделаны медицинским и социальным работникам, учителям, сотрудникам психоневрологического интерната. В начале этой недели в Янаул поступил второй компонент вакцины. Для педагогов, пришедших в этот день в поликлинику, вся процедура уже привычна. В первую очередь им необходимо пройти осмотр у терапевта. В него входит и измерение артериального давления. Убедившись, что все в порядке, противопоказаний для вакцинации нет, остается только подписать добровольное согласие на прививку и получить уже вторую, окончательную дозу вакцины. Первый компонент вакцины Ренат Хамадинов поставил в конце декабря. Признается, что в первый раз было немного страшно, однако сейчас эти страхи уже позади. Первый раз делали мы 29 декабря. Ну, ощущения нормальные, ничего не почувствовал, так как я работаю в таких местах, где много скоплений людей, это мне как бы принципиально важно, потому что у меня семья есть, у меня родители есть. Коллеги интересуются, да, какие ощущения после. Мы как бы первые в Янауле перевивались, все спрашивали, как проходит. Ну, все нормально. Вначале, конечно, было страшно. Долго думали, но потом решили себе, потому что эта болезнь такая коварная, избавиться можно только, только вакцинацией. Во время поступления первой партии вакцины привилось 40 работников образования района. Второй компонент вводится на 21 день после первого. По словам педагогов, они ежедневно взаимодействуют с большим количеством людей. И для них очень важно не заболеть самим и не заразить окружающих. Преподаю английский уже многие годы. Вот второй раз сегодня пришла на прививку. В конце декабря вот сделала первую прививку от COVID-19. Сегодня пришла во второй раз. Вот сейчас жду своей очереди. Ну что хочется сказать, к прививкам я отношусь положительно. Вот от гриппа я в сентябре привилась. Сейчас вот хочу привиться от ковида, потому что очень много информации такой благоприятной. И поэтому слушала политиков, слушала телевизор. И, в общем-то, я отношусь к этому положительно, считаю, что прививаться надо. Первый раз я прививку прошла, как бы даже не почувствовала, все было хорошо. Первый раз, конечно, шла на прививку, какой-то был страх, а когда, как говорится, все прошло так благополучно, сейчас у меня ожидание, что все-таки уже не будет того страха, ведь действительно, не прививаясь, мы чувствуем постоянно себя, как бы, что нужно. А тут как-то, наверное, будет уверенности больше. Планируется, что до конца января в Башкирию прибудет не менее 50 тысяч доз препарата «Гамковитвак». В настоящее время первым компонентом вакцинировано более 7,5 тысяч человек, вторым – более 3 тысяч. По словам медицинских работников, вакцинация – это эффективный способ в борьбе с коронавирусной инфекцией. В России на сегодня разработано несколько вакцин от коронавирусной инфекции, и из них «Спутник Ви» уже введен в массовое производство. Вакцинация проводится на добровольной основе бесплатно в государственных медицинских организациях. На сегодня завершается введение второго компонента от первой партии. И завершено введение первого компонента сотрудникам и получателям социальных услуг психоневрологического интерната. Поствакцинальных осложнений после вакцинации не зарегистрировано. Иммунитет полностью формируется
через 3 недели после введения второго компонента. То есть получается на 42-й день после первого укола. Обращаю внимание, что порядком проведения вакцинации, тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции перед проведением вакцинации не предусмотрено. Эффективность вакцины составляет более 90%. Все вакцины, которые мы получаем, они идут через Министерство здравоохранения Республики Башкортостан по разнарядке. И кого мы будем вакцинировать дополнительно, конечно же, через газету, телевидение и социальные сети, обязательно сообщим населению. Прививку от коронавирусной инфекции в нашем районе сделали уже более 250 человек. Желающие вакцинироваться от ковида могут записаться через портал госуслуг или через мобильное приложение к врачу. Гульнара Ситдикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. В рамках федеральной программы «Городская среда» в Янауле продолжается реализация проекта «Северные ворота Башкортостана». Он включает в себя благоустройство елочной, торговой и привокзальной площадей. Напомню, что концепция преображения общественного пространства разработали представители Института развития городов и сел Башкортостана и эксперты проектной группы 8. На днях они побывали в Янауле и ознакомились с ходом строительства объектов, а также предложили новые идеи. Подробнее об этом далее в эфире. Если вы дадите список, какие... Делегация осмотрела строящиеся объекты, ознакомилась с тем, что уже сделано и какой объем работ еще предстоит освоить. Обсудили вопросы, возникшие в ходе строительства. Оценили, как подрядные организации воплощают в жизнь их идеи. Рассмотрели те варианты освоения новых территорий для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Лично мне, как проектировщику и человеку, работающему с жителями, очень нравится, как проходит реализация, потому что год назад я была здесь впервые вместе с проектной группой 8 на обсуждениях с горожанами, и я помню, что говорили там, и я вижу, как это происходит. Очень радостно, что строится мост, что на месте старого моста рядышком появится новый мост, он будет более удобный, и людям будет удобнее попадать на привокзальную площадь. И очень интересные были сегодня переговоры с батюшкой в храме по поводу преобразования территории храма. Мы пока на переговорной стадии, потому что эта территория прилегает к территории благоустройства, и храм очень важен, очень важная часть города. Нам бы, как проектировщикам и архитекторам, хотелось бы раскрыть эту историю города, потому что она пока находится за забором. Но мы пока на стадии переговоров. Лично мне очень нравится, я не архитектор, я не замечаю каких-то недочетов, я просто вижу, как пожелания жителей реализуются в материале. Скоро тут появятся павильоны и кафе, и это очень круто, будет очень классная детская площадка. Также мы, как институт, будем курировать работу общественного пространства. Мы сейчас уже задаемся вопросами о создании управляющей организации и как наполнять павильоны, как работать с сообществами, кто там будет находиться и как это будет работать. Мы задаемся этими вопросами и надеюсь, что к открытию мы уже... Все будет работать так, как мы запланировали в концепции. Среди рассматриваемых вариантов – территории историко-краеведческого музея и городского парка. Участники встречи посетили музей, обсудили концепцию его дальнейшего развития. Затем делегация приняла участие в работе круглого стола. Он прошел во Дворце молодежи. Среди собравшихся – специалисты администрации района и города, управления культуры, активисты. Участники обсудили новый проект благоустройства общественных пространств. Архитекторы в этот день принимали все предложенные варианты благоустройства Янаула. Молодежь активно включилась в процесс обсуждения. Они предложили немало интересных идей. Янаульский район уже не первый год участвует в федеральном проекте «Городская среда». За счет этой программы было очень много сделано в предыдущие годы. Это и разбит сквер по улице Некрасова, который мы в последующем назвали спортивным парком. Установлены были элементы в городском парке. Сцена появилась на городской площади. В 2020 году мы начали реализовывать, в том числе в рамках этой программы, проект по перезагрузке нашей елочной площади. И вот сегодня
мы уже обсуждаем проект будущего. В 2021 году мы будем реализовывать уже последующие, получается, этапы проекта. Это мы заходим в городской парк и преобразовываем некоторые площадки. Появляется скейт-парк, появляется площадка для занятий шахматами и шашками, появляется площадка для занятий силовыми видами спорта типа воркаут. Преображаются территории и входные группы в парк, и вместо бывшей площадки танцпола, а потом вот место, где стоял павильон с гармошкой, вот на этой территории у нас появляется небольшая сценка и амфитеатр для того, чтобы и творческие коллективы могли вот небольшими группами реализовывать какие-то свои проекты. Вот это все будет делаться в рамках проекта «Городская среда». В том числе появились еще возможности участвовать в иных программах, направленных также на благоустройство общественных территорий, в том числе программа по развитию малых городов и исторических поселений. Мы популяризовали эту тему. В 2020 году мы выиграли и вошли в топ-3 проектов по Республике Башкортостан. Победители этого конкурса начали реализацию проекта «Северные ворота Башкортостана». Проект в 2021 году, мы уверены, успешно будет реализован. И к августу месяцу сдан уже в конечном виде в эксплуатацию. По словам авторов проекта, к марту этого года должна быть представлена окончательная концепция, предпроектная документация и подготовлена заявка для участия в конкурсе. А пока каждый житель Янаула может предложить свое видение благоустройства родного города. Специально для этого в социальных сетях разработаны онлайн-площадки. Гульнара Сиддикова, Аяс Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. Профилактические рейды ГИБДД проходят в нашем районе еженедельно. Массовые проверки направлены на предупреждение аварийных ситуаций и укрепление дисциплины на дорогах. В ходе одного из рейдов инспекторы составили 75 административных протоколов. В числе нарушений – чрезмерная тонировка транспортного средства, 6 водителей пренебрегли ремнями безопасности, 1 водитель нарушил правила движения через железнодорожные пути, 2 водителя и 2 пешехода нарушили требования правил дорожного движения, 8 автолюбителей нарушили правила перевозки людей, в том числе одного ребенка. Есть правонарушители и среди водителей автобусов. Госавтоинспекция Республики призывает водителей соблюдать предельную внимательность на дорогах. Еженедельно сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические и рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения. С начала года было выявлено более 500 нарушений правил дорожного движения. 7 водителей были наказаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 15 водителей нарушили правила перевозку детей. И всего было оформлено 13 механических дорожно-транспортных происшествий и один наезд на пешехода со смертельным исходом. Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, снижайте скорость перед пешеходными переходами, а также вблизи образовательных учреждений. Пешеходы, переходите дорогу по пешеходному переходу и в темное время суток используйте светоотражающие элементы. В этом году нас ожидает важное и масштабное событие, которая без преувеличения коснется каждого – всероссийская перепись населения. Пройдет она с 1 по 30 апреля. Для проведения переписи подразделение государственной статистики сейчас проводит набор контролеров и переписчиков. К работе по сбору сведений о населении на территории Янаульского района планируется привлечь 122 человека. Как стать одним из них и в каких условиях придется работать, рассказала уполномоченная по вопросам переписи в Янаульском районе Резида Парыгина. Требования к персоналу: гражданство Российской Федерации, возраст старше 18 лет, отсутствие судимости, наличие коммуникативных способностей. Способы привлечения персонала. Контролеры полевого уровня привлекаются на 58 календарных дней с 15 марта по 11 мая 2021 года. Оплата в месяц составит 20 тысяч рублей. Переписчики привлекаются на 30 календарных дней с 1 по 30 апреля 2021 года. Оплата в месяц составит 18 тысяч рублей. Что нужно будет делать? Переписчик должен опросить граждан, проживающих на заданной территории, заполнить переписные листы на планшетном компьютере. Контролеры организуют работу и контролируют работу. Контролеры и переписчики пройдут специальное обучение.
Куда можно обратиться? Обращаться можно по телефону 8 987 042 6236, а также отправить резюме на электронную почту anaulbashstat.ru. Совсем недавно каждый из героев нашего сюжета был частью веселого студенческого братства. Они постигали новые знания и приобретали друзей. А по завершении учебы вернулись в родной район. Сейчас молодые специалисты успешно работают в различных областях – образовании, медицине, сельском хозяйстве. И делятся со своими коллегами полученным опытом. Молодой специалист общества с ограниченной ответственностью ИТС «Агро» Кристина Ермолаева о своей работе отзывается с гордостью. Признается, что ей нравится организация производства, управление персоналом и математический расчет. Окончив в 2020 году Казанский государственный аграрный университет по специальности менеджмент, получила диплом, вернулась домой и приступила к работе на предприятии. Вернулась на родину, чтобы доказать, что реализовать свои профессиональные способности – и обеспечить себя материально можно не только в больших городах, но и у себя, в родном уютном городке. Планы на жизнь большие. В конечном итоге хочу открыть какое-то свое предприятие. Ну, после данной специальности хочу стать сначала руководителем какой-то организации, а потом уже открыть свое дело. Все постепенно должно идти. Янаул вообще маленький город. Здесь совершенно нет конкуренции. Здесь можно открывать что-то новое, и люди к этому потянутся. Поэтому это всегда дело, новое дело, оно всегда здесь выиграет. Поэтому не стоит бояться маленьких городов. Это маленькая тропинка к чему-то большому. В нашем районе трудится более 90 врачей. Укомплектованность медицинских учреждений составляет порядка 65%. Средний возраст специалистов – 45 лет. Однако постепенно в коллектив вливаются и новые врачи. С августа прошлого года во взрослой поликлинике работает молодой специалист, врач-гастроэнтеролог Эльвина Шангареева. Янаульцы были рады появлению специалистов в столь востребованной области. В 2012 году она окончила гимназию имени Муксинова, после чего 6 лет училась на педиатрическом факультете Башкирского государственного медицинского университета. В 2020 году окончила клиническую ординатуру по специальности гастроэнтерология и вернулась работать по этому направлению в родной район. Лечить людей и помогать им Эльвина мечтала с детства. Во время учебы с 4 курса работала в реанимации медицинской сестрой. Там 2 года проработала, опыта набралась. Дальше уже, когда поступила в ординатуру, устроилась участковым педиатром в 5-ю городскую детскую поликлинику. Отработала педиатром участковым 2 года. И как раз закончила ординатуру и вернулась в город Янаул, так как училась по целевому направлению по гастроэнтерологии. Все родители, родственники, друзья все здесь работают, поддерживают молодых специалистов, заведующие, главврач, всячески помогают, дают советы. Я считаю, что тем, кто учится, что всегда нужно возвращаться в свои родные края. Здесь всегда ждут, всегда помогут. Маленькая родина всегда должна оставаться в наших сердцах. Ежедневно директор гимназии имени Муксинова Александр Бронников проводит совещание со своими коллегами. На так называемой оперативке обсуждаются самые срочные актуальные темы. Среди них построение учебного процесса, участие в разнообразных конкурсах. На должность директора он был назначен 1,5 года назад и за это время полностью освоил новые обязанности. За плечами у Александра, помимо преподавания в гимназии, 5 лет педагогической работы в лицее. До этого обучение на факультете физики и математики в Бирской социально-педагогической академии по специальности информатика. Сам молодой специалист родом из Бирска, однако по семейным обстоятельствам переехал в Янаул. Ну так волею судьбы получилось, что супруга моя из Янаульского района, видимо, жители Янаула, миссия такая вернуться обратно в свой родной город и привести кого-нибудь еще. И вот поэтому я оказался здесь, о чем не жалею. Янаульский район мне очень понравился, сам город. И, естественно, раз я отучился на учителя информатики, я пошел в школу. Первая моя школа была это лицей, там проработал 5 лет. Было как и удачно, и неудачное стечение, да, все это было, естественно, первый опыт, первые шаги. Вот. Но это все закаляет, все это позволяет расти. Различные конкурсы, учитель года, внутри школы конкурсы. То есть это все закаляет и позволяет расти в карьерном росте, профессиональном.
то есть во многих аспектах. Сейчас я уже работаю в другой школе, вот, в гимназии, на должности директора. Это тоже действительно для меня большой рост, большое спасибо за доверие. Значит, я могу, я должен, и новые цели. Вот поэтому и выпускникам, и на улицам я тоже хочу пожелать, чтобы они не останавливались на своих целях, достигали больших результатов, возвращались в свой родной город, потому что, как видите, здесь большое поле для роста. Вроде бы кажется небольшой город, но действительно здесь можно построить свою карьеру и достичь больших результатов. Каждая профессия требует высокой компетенции и полной концентрации сил. Молодые специалисты понимают это и стараются вкладывать в любимое дело не только знания, полученные в университете, но и свои человеческие качества. А опыт, он обязательно придет с годами. Гульнара Ситдикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Ежегодно в декабре Министерство молодежной политики и спорта Башкортостана проводится республиканский смотр-конкурс на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства. В 2020 году в номинации «Подростковые клубы военно-патриотической направленности» первое место занял Янаульский военно-патриотический клуб «Батыр». Патриотическое воспитание подрастающего поколения на сегодня – одна из самых актуальных задач, стоящих перед государством. Обществу нужны здоровые, мужественные, инициативные, дисциплинированные и грамотные люди, готовые трудиться на благо своей Родины. С 2016 года на базе Дворца молодежи ведет свою деятельность военно-патриотический клуб «Батыр». Здесь юноши и девушки приобретают те морально-психологические и физические качества, которые необходимы будущему защитнику Отечества, гражданину и патриоту. Я сам непосредственно в 2018 году пришел сюда. Ну и с этого момента поставил себе целью готовить ребят, оторвать их от всех этих гаджетов, там, я не знаю, устройств, по-русски говоря, и просто чтобы они стали нормальными детьми, как мы росли, то есть бегали, прыгали, там, развивались, они законсервировались во всех этих соцсетях и виртуальности. Основное направление как раз оно прикладное, то, что может пригодиться именно в жизни. И даже иной раз они приходят, ребята, вот меня там толкнули, я подскользнулся, а я так раз, и встал, и пошел, а глаза блестят, горят. Это лучшая оценка, наверное, того, что делаешь. Проводился смотр конкурса республиканский по вовлечению молодежи в спорт, ну, в физическое развитие, физкультура. Ну и мои коллеги, естественно, мы все это вместе готовили. С меня больше плановая работа была, методичная, ежедневная. А они просто грамотно подготовили материал. Написал Хаттона, отдел молодежи администрации. Они правильно скомпоновали материал, подготовили его. Сделать красивую подачу – это тоже это искусство. Это были самые интересные новости уходящей недели. Впереди выходные, а я с вами прощаюсь. До новых встреч! «24 января ожидается пасмурная погода, снег, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 9, минус 11, днем минус 4, минус 6 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода, снег, переходящий в мокрый снег. Дождь со снегом, в отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 12, минус 17, днем 0, минус 5 градусов. Обалденные десерты от Находки по вкусным ценам. Конфеты номер 35 – 189. Эклеры со сливками Бонар 500 грамм – 169. Чай Ахмат 200 грамм – 139. Кофе Мокко – московской кофейне на паях – 129 рублей. Срок акции до 24 января 2021 года. Подробности у продавцов.
Для работы в оздоровительном комплексе «Империя» требуются администраторы и технический персонал, гибкий график работы, дружный коллектив. Оплата 2 раза в месяц. Подробности по телефону 8 937 78 78 68 5. 8 937 78 78 68 5. Как не пустить коронавирус на ваше рабочее место? Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течение дня. Откажитесь от рукопожатий, хотя бы на время. Соблюдайте дистанцию. Держите рабочее место в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочие совещания удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы! Внимание! Не перегружайте электросети. Перегрузка электросетей может привести к пожару. Будьте осторожны с электричеством. Скажи, о чем молчишь? 8 800 2122. Телефон доверия для подростков. Звонок бесплатный и анонимный. Что вы думаете, когда я вас останавливаю? Когда вы торопились куда-то, превысили? Когда у вас ребенок в машине, а автокресло в багажнике? Или когда он не пристегнут, все равно уже вырос. Хочу оштрафовать или ищу повод? Я здесь не для этого. У нас с вами есть общее дело. Сохранить жизнь нашим детям. И без вас не получится. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знание татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 504-02-528-71.